конкурсу присоединилась и студия актера из города Санкт-Петербург. По сложившейся традиции, приветственное слово предоставляется художественному руководителю студии актер город Санкт-Петербург. Ну теперь у нас их двое, давайте же приветствуем. Художественный руководитель студии актер город Санкт-Петербург Каргин Сергей Константинович. Добрый день, дорогие друзья. Мы рады сегодняшнему празднику, потому что для нас это праздник, потому что наши воспитанники выходят и покоряют ваши сердца. Конечно, ваши личные дети, те, которые вас радуют каждый день, для вас это еще больше праздник увидеть их на сцене, но мы надеемся, что сегодня все смогут завоевать ваши сердца. Члены жюри, мы рады вас приветствовать. Сегодня мы рады, что вы с нами. Надеемся, что наш праздник будет запомниться надолго. В добрый путь. Спасибо. Художественный руководитель студии «Актер Москва» Владимир Михайлович Стуканов. Добрый день, уважаемые зрители, уважаемые жюри. Этот конкурс шестой мы проводим в новом совершенно формате. Я решил, ребят, отпустить свободное плавание, и раз уж они ученики студии «Актер», то пусть они берут бразды правления в свои руки, пусть они учатся быть взрослыми, быть серьезными, быть ответственными. Поэтому в этом году полностью мы отстраняемся, мы находимся там наверху и наблюдателями становимся. Все в свои руки берут наши ученики, в том числе и ведут этот конкурс. Конкурс проходит уже шестой год, и мы не меняем своего направления, мы воспитываем профессиональных детей-актеров. Говорят, что научить профессии нельзя. Вранье. Научить можно. В настоящем художественном кино должен сниматься профессионал. Никакой кошелек, никакая лохматая рука не сделают художественный фильм лучше. Конкурс называется «Актерские чтения». Принцип в этом конкурсе только один. Если человек, читающий со сцены, трогает ваши сердца и души, значит, он побеждает. Если не совсем достиг желаемой цели, значит, еще нужно учиться, учиться, учиться. И я всегда говорю и скажу и в этот раз, пусть победит сильнейший. В добрый путь! Ну а сейчас мы хотим вам представить наше уважаемое жюри. Актер театра и кино, телеведущий, актер Московского областного театра юного зрителя Сергей Друзьяк. Его голосом говорят герои мультфильмов «Смешарики», «Барбоскины», «Алеша Попович и Тугарин Змей» и многие другие. Заслуженный артист России, актер театра, кино и дубляжа, радиоведущий, актер и режиссер молодежного театра «На Фонтанке» Михаил Черняк. Заслуженный артист России, актер, режиссер, актер театра «Современник» Василий Мищенко. Заслуженная артистка России, актриса театра и кино, актриса театра имени Моссовета Ирина Климова. Ну а теперь же мы приглашаем на сцену нашего первого участника. Лев Лисенков, Корней Чуковский, мой Дадыр. Одеяло убежало, улетело пустыня. И подушка, как лягушка, ускакала от меня. Я за свечку, свечка, спичку. Я за книжка, добежать. И подпрыжку подкловать. Я хочу на 50. Сама лапа бегала, но пузата от меня. Бежала, как от огня. Что такое? Что случилось? Отчелось еще кого? Все тело закружилось. Помчалась колесом, очаги за сапогами, сапоги за пирогами, пироги за очугами, к чугам
за кусоком. Все вертится и кружится, несется кувалком. Друг из маминой и спальни, кривоной и хромой, выступает умывальник и качает голову. Ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок, кричит у Батисты, полюбуйся на себя, тебя на шее вакса, тебя под носом глякса, тебя такие руки, ты ж бежали даже бруки, скакали от себя. Рано утром на рассвете умываются мышата, котята, утята, и жучки, и палочки. Ты один не умывался, грязнули остался, съезжали, грязнули. Чуйки и башмаки, я великий умывальник, знаменитый майдадыр. Умывальников начальник, мочал командил, и слетов на ногой, пожилый моих солдат. В эту комнату толпою умывальники влетят, завают, завоют, на глаза стучат. Тебе гламомойку неумытому дадут, тебе гламомойку неумытому дадут, прямо в мойку головою окунут. Он ударил в нетный этаж и сказал крам-барас. Дарья Заерка, Корней Чуковский, Тараканище. Стал таракан победителем, и лесов, и полей повелителем. Покорился зверю усатому, чтоб ему повалиться поклятому. Он между ними похаживает, золоченное брюхо поглаживает. Принесите ко мне, звери, ваших детушек. Я сегодня и за ужином скушаю. Бедные, бедные звери. Вот, рыдают, ревут. В каждой берлоге и в каждой пещере злоба обжег клянут. Да и какая же мать согласится отдать своего дорогого ребенка, медвежонка, волчонка, слоненка, чтобы не сытая чучела бедную кошку замучила. Плачут они, убиваются, с малышами навеки прощаются. Но однажды поутру прискакала кенгуру, увидала усача, закричала сгоряча. Разве это великан? Ха-ха-ха! Это просто таракан! Ха-ха-ха! Таракан, таракан, таракашечка! Жидконовая козявочка, букашечка! И не стыдно вам, не обидно вам, вы клыкастые, вы зубастые! А малявушки поклонились, а котявушки покорились, испугались бегемоты и зашептали: «Что ты, что ты? Уходи, уходи-ка ты отсюда, как бы не было нам худо!» Только вдруг из-за кусточка, из-за синего листочка, из далеких из полей прилетает воробей. Пык да пык да чик-чирик-чики-чик-чик, взял и клюнул таракана, вот и нету великана. По делам великан достался, и усов от него не остался. То-то рада, вся звериная семья, семья поздравляет, пославляет удалого воробья. Нелия Тафара, Корней Чуковский, Бармалей. Маленькие дети, ни во что на свете не ходите в Африку гулять. В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке басы, зверь крокодил. Буду вас кусать, бить и обижать. Не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке разбойник, в Африке задеть. В Африке ужасный Бармалей. Он бег по Африке и кушает детей. Гад нехороший, жалый Бармалей. Но папочка и мамочка уснули в очаге. А
Танечка, Иванчик, Вовочку бегом. Вдоль Африки гулят и гефинки сова, ну и Африка, вот от Африка. А синоним сорока покатать немного, но я Африка, а вот от Африка. Сосанами ходу, играть ходу, но я Африка, а вот от Африка. Выходила к ним горилла, им горилла, говорила, говорим горилла. Вон акула, каракул, распаснул зубы. Вы, акуля, каракуля, не хотите ли папа прям упасть? Нам, акула, каракула, ни почем. Мы, акула, каракул, кипячем. Мы, акула, каракул, каблуком. Мы, акула, каракул, колоком. Испугался акул и со страху утонула. По делу тебе, акула, по делу. Екатерина Волкова, Корней Чуковский, Катауси и Мауси. Жила-была мышка Мауси и вдруг увидала Катауси. У Катауси злые глазауси и злые-призлые зубауси. Подбежала Катауси к Мауси и замахала хвостауси. Ах, Мауси, 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 подойди ко мне, милая Мауси, и спою тебе песенку Мауси, чудесную песенку Мауси. Но ответила умная Мауси, ты меня не обманешь, Катауси. Вижу злые твои глазауси и злые зубауси. Так ответила умная Мауси и скорее бегом откатался. Нажилька Слабаева, Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о рыцаре Салтане, о сыне его Славом и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеде. Царь Салтан с женой простяся, на добра коня садяся, ей наказывая себя поберечь. Его любя, между тем, как он далеко, бьется долго и жестоко. Наступает срок родин, сына Бог им дал воршин, и царица над ребенком, как орлица над орленком, шлет с письмом она гонца, чтоб обрадовать отца. А ткачиха с поварихой, звать ей бабой Бабарихой, извести ее хотят, перенять гонца велят. Сами шлют гонца другого, больше, чем от слова до слова. Родила царица в ночь, нету сына, нету дочь, ни мышонка, ни лягушку, а неведому зверюшку. Как услышал царь-отец, что донес ему гонец, в гневе начал он чудесить и гонца хотел повесить. Но, смягчившись на сей раз, дал гонцу такой приказ: ждать царева возвращения для законного решения. Едет с грамотой гонец и приехал наконец. А ткачиха с поварихой, звать ей бабой Бабарихой, обобрать гонца велят, Добина гонца поят, и в сумму его пустую суд грамоту другую, и привез гонец хмельной в тот же день приказ такой. Царь велит своим боярам времени не
не тратя даром и царицу, и приплод тайно бросить в бездну. Вот, делать нечего, бояре, потужив о государе и царице молодой, спальню к ней пришли толпой, объявили царскую волю, ей сыну злую долю, прочитали вслух указ, и царицу в тот же час в бочку с сыном посадили, засмолили, покатили и пустили в океан. Так велел де царь Салтан. Полина Короткова, Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре, князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеде. Царь Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает: «Ой вы, гости, господа, долго ли ездили? Куда? Ладно ли за морем или худо? И какое в свете чудо!» Корабельщики в ответ: «Мы объехали весь свет, за морем житье не худо. В свете ж вот какое чудо! Остров на море лежит, град на острове стоит, с златоглавыми церквами, с теремами и садами. Ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом. Белка там живет ручная, да чудесница какая! Белка песенки поет, да орешки все грызет, а орешки непростые, скорлупы-то золотые, ядра чистый изумруд, белку холят, берегут. Там еще другое диво, море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в скором беге и очутятся на бреге в чешуе, как жар горя, 33 богатыря, все красавцы удалые, великаны молодые, все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор, и той стражи нет надежней, ни храбрее, ни прилежней. А у князя жонка есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает, месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. Князь Гвидон тот город правит, всяк его усердно славит. Он прислал тебе поклон, да тебе пеняет он. К нам где в гости обещался, а досель не собрался. Тут уж царь не утерпел, снарядить он флот велел. А ткачиха с поварихи звать ей бабой и бабарихой не хотят царя пустить, чудный остров навестить. Но Салтан им не внимает и как раз их унимает. «Что я, царь или дитя?» говорит он мне жутя. «Нынче ж еду», тут он топнул, вышел вон и дверь ее хлопнул. Джулиана Абдуллаева, Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. На девичник собираясь, вот царица наряжаясь, перед зеркальцем своим перемолвилась с ним: «Яль, скажи мне, всех милее, всех румяней и белее». Что же зеркальце в ответ? «Ты прекрасна, спору нет, но царевна всех милее, всех румяней и белее». «Как царица отпрыгнет,
да как ручку замахнет, да по зеркальцу как хлопнет, каблучком да как придомнет. Ах ты мерзкое стекло, это врешь ты мне назло. Как тягаться я со мною, я в недурту успокою. Видишь, какая подросла, и не диво, что бела. Мать брюхата сидела, да на снег лишь и глядела. Ну скажи, как можно ей быть во всем меня милей? Признавайся, всех я краше, обойди все царство наше. Хоть весь мир неровный, нет, так ли? Зеркальце в ответ. Но царевна все ж милее, все ж румяней, белее. Делать нечего, она черной зависти полна. Бросив зеркальце под лавку, позвала к себе чернавку и наказывает ей сенной девушке своей. Без царевну в глушь лесную и связав ее живую под сосной оставить там на съедение балкан. Черт ли сладит с бабой гневной, спорить нечего, царевной. Вот чернавка в лес пошла и в такую даль свела, что царевна догадалась и до смерти испугалась. Измолилась: жизнь моя, в чем, скажи, виновна я? Не губи меня, девица, а как буду я царица, я пожалую тебя. Та, душе ее любя, не убила, не связала, отпустила и сказала: не кручинься, Бог с тобой, а сама пошла домой. София Шарафутдинова, Александр Сергеевич Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Вас, царевна молодая, милых платьев поджидая, пьяла, сидя под окном. Вдруг сердито под крыльцом пес залаял, и девица видит, нищая червница ходит по двору клюкой, отгоняя пса. Постой, бабушка, постой, немножко, ей кричит она в окошко. Приглажу сама я псу и кое-что тебе снесу, отвечает ей черница. Ох ты, дитятка, девица, пес проклятый одолел, чуть до смерти не заел. Посмотри, как он хлопочет, выйди ко мне. Царевна хочет выйти к ней, и хлеб взяла, но с крылечка лишь сошла, после подоги и лает, и к столухе не пускает. Лишь пойдет столуха к ней, он лесного звезлей на столуху. Что за чудо? Видно, выспался от худо. Ей царевна говорит: наш, лови, и хлеб летит. Столушонка хлеб поймала, благодарствую, сказала: Бог тебя благослови, вот зато тебе лови. И к царевне наливное, молодое, золотое, прямо яблочко летит. Пес как прыгнет, завизжит. Царевна в обе луки, хватит, поймала. Ладья скуки, кушай яблочко, мой свет, благодарствуй за обед. Столушоночка сказала, поклонилась и пропала. Из царевны-то кольцо
пес бежит и ей в лицо, жалко смотрит, глаз довод, словно сердце пес едует, словно хочет ей сказать. Бусь! А она его ласкать. Теплит между лукою. Что, соколка, что с тобою? Ляг! И в комнату вошла, дверь тихонько запела, под окно за пьязу села ждать хозяев. Оглядела все до яблока, одно соку спелого полдо, так свежо и так душисто, так лубятно-золотисто, будто медом налилось в десебочке насквозь. Подождать она хотела до обеда, не стерпела. В луки яблочко взяла, калым губкам поднесла, потихоньку прокусила и кусочек проглотила. Вдруг она, моя душа, пошатнулась, не дыша, головой на лавку пала и тихо, недвижно стала.